Реконструкция аварийного участка автодороги Увац-Алым продолжится в этом году. В прошлом 36 километров уже привели в порядок. Всего в 2015-м отремонтируют 145 километров федеральных трасс, проходящих по Тюменской области. В том числе и 53 километра дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Со стороны Югры в нормативное состояние приведут 90 километров этой трассы. Ремонтов границы ХМАО Тюменской области начаты в прошлом году. В этом году также мы провели конкурсы по капитальным ремонтам. В этом году будут выполнены работы на где-то более чем 90 километрах дорог. И практически вся дорога Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск до 16 года будет доведена в нормативное состояние. На ремонт и строительство федеральных трасс на своей территории округ может получить субсидию в размере 700 миллионов рублей. Об этом стало известно во время рабочего визита в Югру представителей Росавтодора. Буквально на прошлой неделе было подписано распоряжение правительства Российской Федерации о предоставлении дополнительных субсидий федерального бюджета территориальным региональным дорожным фондам. Кроме того, в Минтрансе округу пообещали выделить субсидию на строительство второго моста через Обь в Сургуте.